Я приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Феликс. И сегодня я продолжаю видео из цикла «Жизнь в Америке». Мы находимся в молле и идем в офис RMV, где мы зарегистрируем автомобиль и получим номера. Это и есть этот офис. И он находится в молле. Видите, в молле сегодня мало людей, потому что все уже после Крисмаса, все уже купили подарки. Давайте зайдем вовнутрь этого офиса, и я покажу, как проходит все это. Проходим по стрелочке. Получаем номерок. И ждем очереди. Как видите, сегодня совсем нету людей, потому что, как я говорил выше, уже после праздников. Мы ждем на табло наш номерок, и по громкоговорящей связи объявят, и мы пройдем и сделаем регистрацию. Также сегодня я должен обновить свой driver license. Не прошло и 10 минут, как мы проделали все эти операции, и сейчас с этими номерами и с документами мы можем ездить спокойно и наслаждаться жизнью. Как я говорил выше, мы находимся в молле. Молл полупустой, потому что после праздников. Я хочу вам показать. Вот компания Mitsubishi выставила свои машины, и любой из людей может заполнить документы, и есть возможность выиграть вот такую вот машину. Совершенно новые машины, и каждый может это сделать. Сегодня очень спокойно в молле, полупустой, люди после праздников и готовятся уже к Новому году. В Америке Новый год не очень отмечают обширно, в основном русскоговорящие. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать. С Новым годом вас, дорогие друзья!